первая встреча была тяжелой, люди немножко напряженные, но как-то потом еще оттаяли, согрелись. Сельчане довезли до таможни, кто выезжал. Были на машинах. Я была без машины. С детками. Трое из которых абсолютно не самостоятельные малыши. У нас младшая была переохлаждена в селе, потому что мы жили 3 недели не в подвалах, мы жили в доме. Но у нас и газа, света не было. Мы переохладились, и мы-то еще ничего. А вот она, ей же, сейчас ей 7, а ей было 5 с небольшим. Девушка поймала мое сообщение где-то в просторах вайбер-чатов, телеграм-каналов, мое сообщение с просьбой о помощи. У меня не было питания детского. Я потеряла грудное молоко, осталась без питания, без денег. Я сюда приехала без ничего. Все это время руку на пульсе держал мой коллега из Екатеринбурга. Он эту квартиру нашел, и он ее снял. А Женин телефон я уже получила, когда я уже была здесь. Муж остался дома. Он не мог выехать, никакой связи с ним не было. Были обычные смс-ки, телефоны. Когда супруга уехала, конечно, было очень тяжело, тоскливо. И я решил все, как говорится, хозяйственные вопросы, там, кому животных отдал, птицы, которые у нас были декоративные, обычные, повыпускал. Если сравнивать, когда ехала моя супруга и как я доехал, то это земля и небо. По удаленке работал у себя. И точно так же здесь все это. Я проверил все, ну, возможность работы интернет-сайты, все это, да, все работает. Начальник мой помог мне купить ноутбук, перекинули сюда деньги. Ну, и, как говорится, работу восстановил. У вас какая-то узкая специализация, да? Дизайнер-проектировщик. Я училась в художественной школе, вот, люблю, собственно, рисовать. Мне это нравится, помогает, вот, и в будущем я планирую быть 2D-художником, то есть на планшетах рисовать, вот, анимации всякие, возможно, даже игры буду делать. Стараюсь помогать маме, потому что не всегда бывает время с ними сидеть, то есть заботы, там, еду приготовить, вот, то и все. Я с ними пишу буквы, рисуем, в общем, занимаемся по максимуму. Наслаждаться тем, что есть. Вот гуляю, пытаюсь заводить новых знакомых. Трудно, но пытаемся держаться.